трачу деньги у чиновников, а именно прошу официально, мне денежные средства не нужны. Мне нужна работа, законная работа, чтобы помогали. Для чего мы их выбираем? Чтобы они для нас работали. Без нас людей они никому не нужны будут. Работающим по-человечески никому это не надо. Они работают только когда есть какие-то вот, типа футбол. У нас проходят масштабные мероприятия. Вот. Тогда они более-менее как-то работают. Потому что им указ есть сверху. Чтобы не было международного скандала. Я хочу сам всё добиться, зачем я кого-то буду напрягать. А пока я сижу на краске, пока я двигаюсь. Надо самому что-то делать. Нельзя кого-то напрягать.